блин. Мы все равно привезем, он тебя поймает, ты его закопишь. Ты давай, колоти, а мы советы будем давать. В принципе, все нормально. Хорошо, Юля, смотришься. У меня это красиво получается. Чего я понял все? Что ты орешь сам? Где давай? Да я кипочка. А вот мужики. А чем занимаются мужики? Мужики пьют пиво. По сердцу не колотят, а колотят по доске. Кто такая доска? Снится мне во сне. Мы берем даже пальцы. Зажимись. Нет, не все. Еще три гвоздя надо захерачить. Вот туда. Да, правильно, правильно, правильно. Ты просто забила. Урок труда. Он был с утра. Было пика. Впереди трудовика. Оля, как ты пьешь этот лимонад? Что? Как ты пьешь этот лимонад, может, сладко? На выдохе как еще? Да. Че ты там? Скажи скол. Скол. Выпей и скажи так, скол. Не, вот так вот, скол выпиваешь и так. Скол. Нет, сделай вот так вот, а скол выпиваешь и... Давай еще раз. Скол. Ты можешь, знаешь, что? Давай еще раз. Надо, Оля, надо смачно сделать. Надо смачно сделать. Поняла? Давай. Это будет новый мир. Бестолочь. Старый новый мир. Ладно, все. Проехали. Я тебе говорю, вот чтобы не закосячить эту деревяшку, возьми что-нибудь. Возьми какой-нибудь переходничок. Зачем переходничок? Нет, чтобы не закосячить угол. Слышишь, я не то снимаю. Все, походу тело это. Да хватит дузить уже, ну ты что? Остановись, женщина! Вот, теперь было искренне. Это прямо от души было. От души. Ну все, как минимум хватит на 2 часа. Что ты делаешь? Я пытаюсь всего сделать. Видишь, там загибается все. Знаешь что? Мы потом увидим. Ну ладно. Все нормально. Все нормально. Все умница. Никто же ничего не говорит. Молодец. Че? О, у меня теперь жилище готово. Разворачивайтесь. Твое жилище там. Вот сегодня коробку я, короче, уносил. Там стоят несколько контейнеров. Где? Ну там выходишь, короче, из дома. За дом заходишь. Там небольшая графика. Ага, я пошла. Давай. 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 Ты по запаху свой дом найдешь. Удачи тебе, сталкер. А есть поменьше, можно только. Куда меньше-то, Юля? Издеваешься, что ли? Больше можем дать. У меня топор с собой, он в машине лежит. Хочешь топор дам? Тут как раз вот эту мебель надо топором. Хочешь отрихтовать. Вот, ладно, свое собралось.
Я не знаю, что вы ломанулись-то собирать все это дело. Я же вам сказал, не надо ничего собирать. Ну, хотите собирать, собирайте еще. Там птичку убили. Рыбку, жалко. Все, в гости пришло? Ага. Все.